Так, ну что, ребят, всем привет, с вами Император Prime, и движуха начинается из жесткого пати. Хотел бы начать тему вот с чего. Я стою на захвате, ребята, видите, то есть держу точку, короче, то есть видите, смотрите, сколько людей на меня нападает. БМД держит третью точку. То есть смотрите остальные, где люди находятся в столкновении, вот просто где, понимаете, да? Вот, при этом, можно сказать, одна группа и вторая группа, ребят, просто вот держала точки. В конечном результате, что мы получили? Сейчас забирают вторую точку, а все стояли и контролили другую точку. То есть нормально, на зелени, как вы видите, на карте, вот, видите? Вот, все, и без разницы, у тебя это ОБТ, ИТ, ЛТ и тому подобное. То есть без разницы. Поэтому я решил заснять один такой интересный видос. Я, если честно, прямо вот сейчас вот играю. Вот это не какая-то там, я там что-то там склеивал или тому подобное. Это вот сейчас я вот просто смотрю на ситуацию и понимаю, что это просто дурдом. И за последнее время практически одни сливы. Одни сливы. То есть люди не знают, как играть. Это первое в столкновении. Это одна из причин, потому хотел заснять видос. Вторая причина. Это почему все стоят и никто не едет. То есть, видите, мы сейчас потеряли две точки. И никто этого даже не понимает. Ну, мне кажется, скорее всего, отсутствие просто мозгов и все. Потому что по-другому, ну, никак. Не может человек именно не понимать, что там просто вот забирают точки. И их тут две справа, а там одна. Зачем? Я не знаю, человек 12-13 держит одну точку, когда сбоку есть две. То есть, вы понимаете, две точки. Но теперь перейду к другой причине. Почему же, почему, мне кажется, все заканчивается на У. А все просто. Одна из причин, мне кажется, все боятся ехать, потому что нету брони у ОБТ. Вот просто она отсутствует, как говорится. И все боятся ехать и получать. Вот. Ну, я хотел бы рассказать в первую очередь, для чего тут все это сделано. Очень все просто, ребят. Просто вот режим столкновения. Есть ряд факторов, которые надо сделать. В первую очередь разделиться на две группы. Не на три, не на четыре. На две, потому что появляются три точки. Это первое. Брать только две точки. Забирайте две точки. И самое главное, на чем? Запоминайте, нет разницы, на чем вы играете. ИТ, ЛТ, короче, ребят. Понимаете? ОБТ, ББМ. Без разницы. У вас в голове сидит рандомная тема. Первая тема, которая люди пришли с картошки. Вот, они там на Малиновке, короче, своей стоят. И постоянно стоят и ничего не делают. То есть, просто стоят. Так само пришли здесь, и тут тоже стоят, и получается вот такая канитель. Это первое. Второе. Точнее, даже можно сказать дополнение до первого, что надо брать всем точки. После того, как вы взяли точки, вы можете потом, когда оторвались уже на 200-300 там очков, ну, вы можете стоять в костику и накидывать там свой дэмэдж, короче. Вы должны понять, что главное в этом режиме столкновения не стоять и дамажить, не накидывать 600 тысяч дамага или 500 тысяч, да без разницы сколько. А главное брать точки. И, конечно же, потом дамаг. Без дамага однозначно никуда. Я тоже могу сейчас стать вот как дебил, короче. Я тут стоять и сейчас накидаю там 20 тысяч, короче, вот так. Буду, вон, вижу, он стоит дебил, короче. Я по нему стреляю и все. Буду, короче, со всеми тут ездить, стрелять, короче, и все остальное. Все как бы на изи. О, еще один. О, ну как бы типа халява. Но это никому не нужен, ваш дамаг. Я накидывал и 30 тысяч, короче. И больше 30 тысяч тут. У меня рекорд до сих пор стоит, я не знаю, установлен видео на канале 38 тысяч. Но, я говорю еще раз, нету разницы, сколько вы накидываете. Если вы проигрываете, весь ваш опыт и все остальное просто в хлам. Вы получаете ни о чем дамаг. Просто ни о чем. Ну, точнее, опыт и все остальное. Это ваш дамаг до лампочки. Поэтому, фишка, вы должны брать точки. Брать точки, а потом уже дамажить, дэмэдж и все остальное. Светляки, конечно, должны светить, если видят куста дротов.
И все, и потом, конечно же, работать. Вот, поэтому в этом и является вот это именно режим столкновения, чтобы выигрывать, выигрывать. Но тяжело людям понять, потому что они стоят на ИТ и думают, что, ну, я ИТ-шка, но это не рандом, это не рандом, ребята, это столкновение. Тут все должны летать как проклятые и делать все для победы. И только оторвавшись, потом уже, как говорится, на халяву накидывать дамаг. Все. Пока вы не оторвались, пока вы ничего, никому не нужен этот дамаг, если у вас даже 40 тысяч дамага будет, но при этом вы проиграли. Он просто беспонтовый, бесполезен и все остальное. Вы все равно в 10 раз больше получите с тем дамагом, точнее с тем опытом, если выиграете. Вот я вообще, смотрите, сейчас на карте, ну нормально, сейчас там поехали хотя бы. Но до этого увидели на карте, то есть просто стояли. И здесь вот, я как светляк вообще работаю, тупо светлячок, видите, светлячок, он едет, я уже его раздамаживаю, я его уже не пускаю к точкам. Чё я здесь приехал? Думаете, просто так? Нет, я делаю подсвет, плюс, короче, ко всему, не пускаю их к точкам. О, привет, дружище. И все, они боятся ехать, у них только остается эту сторону на углу, они не стоят, видите, не стоят никого, там только одна сторона. Вон, вот та сторона, которую там он едет, чувак. И то его сейчас залупят там и все, убьют просто, он расстреляет. Все, убили. А тут по моим никто не работает. Все нормально. Дальше, перейду к бронированию, так как тема очень такая щепетильная. И мне кажется, помимо того, что картофанские там чуваки, короче, есть, которые там привыкли на Малиновке стоять, и вообще даже арматовские придурки. Вот, хотел бы сказать, что есть такая тема, как бронирование. Мне кажется, у них у всех страх выделяется со всех мест. То есть, короче, родился мужик вроде бы, но на самом деле в душе, короче, баба. Потому что, ну, не может просто чувак стоять. Вот просто стоять и бояться ехать. И тем более в этом режиме, вот просто ты можешь умирать хоть 150 раз. Ну, что тебе, умер и все, это же ты не один раз, что сохраняешь ХП. Но есть другая причина такая в рандоме. То есть мы возьмем ПВП. Это... Ребят, то, что нету брони у танков. Ну вот нету брони у танков. Из-за этого вот сейчас, даже на карте вообще, наблюдается такая вот тенденция, когда нету брони у танчиков. И люди стоят толпами в ПВП и боятся ехать. Поэтому хотел бы донести разработчикам, что благодаря вам все стоят. Вот просто реально, все стоят и кирдык. Нету геймплея. Вот, чувак, пытается меня, конечно, убить, но он-то молодец, пытается закрутить. Сейчас его там снимут, я думаю. А может быть и нет, а может быть и да. А тут хопа, и не получилось у пацана, короче, убить. И вот страх. Не умеет пользоваться даже броней. Ну, на самом деле, брони нету в игре. Она отсутствует практически, нету. Рикошеты очень мало. Один из танков это Леопард, который там что-то там может там с горем пополам. Десятого, без разницы какого левела. Вот так вот. Остальные все такие слабые. НЛД очень огромная, ребят. Просто огромная НЛД. Вот они уже решили тут прям толпой зарашить. Ну, я еще накидываю, стараюсь восьмую точечку держать. 3, 2, 1. И еще немножечко вот так вот. И даже вот так вот еще как-то там. Смотрите, 8 фрагов и 16 тысяч дэмэджа. Ну, потихонечку. Поэтому опять вернемся к бронированию. Хотел сказать, что да, ребят, бронирования нет. Из-за этого все стоят, боятся умереть. Потому что ты только показал нос на ОБТ в рандоме, и тебя уже, короче, все, тебе уже всадили. Кто ром всадили? Да любой, просто вот любая пуля за 300, за 400 метров, а то есть за 500 прилетает просто на раз, потому что нету брони. Поэтому я хочу в этом видео показать, что большинство даже на ОБТ стоят в столкновении. И все остальное тоже за нехватки брони. Ее нету. Тебя пробивает везде. Огромное НЛД в каток, в борт, в корму. То есть просто везде. Невозможно, короче, играть, скажем так. ОБТ бесполезны. На них очень тяжело. Поэтому единственное, что остается из геймплея, это как дебил, короче, стоять за холмом и танковать там УВНами или тому подобное. Ну, что-то вроде этого. При этом команда, как бы... Ну, вот я практически не играл, я даже прямую как бы снимал.
Ну, то есть, вы видите, 3000, 4, 5, 6, как бы очень слабенько. И опыт, да, видите. То есть, ребята просто стояли в кусту. Вот чувак отстоял кусту. Вот будет тем ребятам, которые стоят в кусту. Вот что вас ожидает. Вот ты стоял в кусту, вот ты 5000 получил, а я 15 получил. Нормально, на 10 тысяч больше. То есть тебе надо еще два боя таких катнуть, вот таких стоячих. И в общем выйдет три боя. То есть у меня один, у него три боя. У этого тоже три боя. Три боя, три боя. Это три боя, три боя, три. То есть половина вообще не понимает, как, что и зачем. Но тем не менее, что касается PvP, то я хочу отметить, что это один из ребят сложной такой фигни, потому что это влияет на геймплей. Геймплей в целом, который превратился в стоялово. Потому что нету брони. И хочу еще раз донести, что нужна броня в 0.20, там 3 или 24 дополнения, как там будет, патчи, не патчи. Нужна броня. А еще я хотел бы сказать, что, ребят, ну верните этот пиксель хантинг, а? Ну серьезно, ну нету, это была фишка арматы. Танки не ездят, также это вторая фишка. То есть, ну, те, кто пришел сейчас, они-то не в курсах, вот, но те люди, которые играют за БТ и с самого начала, те в курсе, что танки летали просто, они ездили сумасшедшей скоростью. Ну, просто вот летали, когда пиксель хантинг, быстро башни крутились, НЛД, вот танковали просто, едут лобовые, не могут танки продавливать направление, потому что, ну как ты продавишь, у тебя вот такая фигня огромная. Смотрите, пробивается просто на раз. Под башню пробивается. Вот так довернул корпусом в каток. Пробивается. То есть танк ничего не может. Борта не держит. А никто в борт не стреляет. Все в каток стреляют, потому что каток пробивается. Это пробивается. Под башню пробивается. Борт шьется. Корма шьется. Да что с этим танком? Это просто дырявое корыто. Ну, должна быть броня у ОБТ. Ну, согласитесь. Вот за этого никто и не едет. В ПВП именно. Даже не в столкновении, а в ПВП. Не едут. Потому что нечем продавливать направление. 2-3 ОБТ едут. Пока доедут, им птуры в бочину набросают. Там еще на каток поставят. И все, тебе кирдык. Кирдык просто приходит. Вот одна из фишек — скорость. Скорость, я считаю, танки должны быть маневрены, очень маневрены. Вот. Поэтому что является одним из самых таких больших проблем? Я вам скажу. Вот смотрите, короче, взять ЛТ, да? Смотрите, написано для тупых прям. Легкий танк, да? Это легкий танк ПЛ-01. Польский танк. Что он едет? Да он едет 69, там 70 км, и все, и у него он там все ограничение стоит. Все, он дальше ничего не может. При этом у нас есть такой танк Type 99А2, который разгоняется под 90, а то и вообще за 90. То есть вы понимаете, да? А теперь скажите мне, мужик, который ты там делаешь, там этот создаешь, ты в курсах, короче, что это легкий танк? То есть, представляете, короче, это то самое, что я, не знаю, там, еду на Запорожце, просто на Зазику с 30 лошадьми или с сороковкой, там, сороковка максимально, короче, есть, 40 лошадок, а рядом Феррари. И я ее, короче, так, о, и тусую, короче, километров, короче, 250 на Запорожце. А он, короче, уже там на шестой тусует, короче, у него глаза на лоб вылазят. А я стеклоподъемник опускаю и говорю, а теперь вторая, короче. И у него глаза, и оно охреневает от этого. То есть, понимаете, да, как такое может быть, что легкий танк едет медленнее и разгоняется, чем, короче, ОБТ тяжелый танк? Это бред вообще, сивой кобылы. Реально, не то пальто просто. Ну, поэтому нужна ОБТ броня. А лучше вернуть то, что было в 0.18, пиксель хантинг. И вообще ничего не надо делать. НЛД зашить, короче. И все. НЛД зашить. Не поможет это ничего. Ракам это не поможет. Я говорю сразу, без разницы. Им уже все расшили, они все равно не умеют пробивать. Танк, картон. Просто вот это картон. Понимаете? Картон. Поэтому это влияет на геймплей. Также хотел бы отметить такие танки, как, к примеру, ну вот, то самое Вилка, короче. Вот.
Это вилка, это истребитель танков, колесная машина, которая должна передвигаться довольно очень быстро. Она что максимум делает, это она ездит прямо классно. То есть разгон у нее по прямой зашибись. Но, как и Тэшка, которая истребитель танков, который прикрывает другие танки, стоит хорошо, она стреляет хорошо, но вперед и назад она не двигается. У нее такой разгон, что можно заснуть, пойти чай сделать, а потом забыть о том чае, он остынет, еще раз закипятить, и он только назад сможет отъехать. То есть, я, к примеру, я на этом танке не могу уходить от снарядов. За холмиком, да, откатиться назад. Ну, он медленный, геймплей никакой. Некоторые люди, знаете, что делают, хотят скорости? Некоторые люди, вот тут изначально 0,55 стоит угол обзора. Некоторые увеличивают угол обзора, короче, на 75 на 80. И получается эти, ребят, танки, короче, вытянуты. Просто вытянуты танки, вот такие длинные. И визуально кажется, что танк, короче, очень быстро едет. Вот, ну визуально кажется. Ну сделайте на обзор 55, как стоит оно. Ну сделайте ощущение, что танк быстро как-то едет. Ну как-то или визуально это. Ну чтобы геймплей живой был. Броню, разгон немножечко увеличьте. Ну это ж легко, легко. Поверьте, это все влияет на геймплей. Это есть геймплей. Но это геймплей, который сейчас, он картофанский геймплей. Реально просто картошка. Там танки не ездят, и тут танки не ездят. Они только ездят по прямой. По прямой, но разгон вперед-назад, вот эти качельки там и лобовой брони нету. Да, я это говорю постоянно, там, лобовой брони, то-то-то-то-то. Поэтому в этом видео и хотелось совместить все. Показать, как надо в столкновении, дать полезные советы, что не надо стоять, если вы на ИТ. Вы должны ехать и лупить, захватывать точки. После того, как забрали точки, все, в наглую заезжать. Если вы видите, что этот противник берет точку, то просто в наглую заедьте на эту точку и все. И он уже ее не возьмет. Это ж изи, просто изи. За захват точек, за фраги вам дают опыт. Опыт тот, который я показал, короче. Понимаете? Дают опыт. При этом, короче, я вот выкачал на раз Сабринку, короче, ее такими действиями. Все спрашивают, как ты там быстро там что-то там выкачал, не выкачал этих командиров некоторых. И то я всех не выкачал, мне они все не нужны, мне нужны самое главное. Вот что у меня есть, вот. Я начал, короче, их можно сказать, качать в январе, начале января после Нового года. Вот что у меня уже сейчас есть. Сейчас вот его Ниссана, его Сабринку себе докачаю, и 4 будет. Руденко, Карлос, Ионис и Сабрина. И все, остальные мне вообще, в принципе, не нужны абсолютно. Вот, у меня уже есть два полкома. Как я это делаю? Да просто делаю. Бусты включаю, как все нормальные люди. И просто, блин, еду и делаю свою работу. Делаю ее, а не стою в кусту. Я делаю свою работу, поэтому я получаю, как вы за три боя, я за один. Вот и все просто, все просто. Вот, поэтому я, кажется, вроде бы все сказал, что хотел, как бы, что связанное с бронированием, разгоном, и поэтому, ну, бронирование и стоялово, оно взаимосвязано, ребят, и в столкновении, и в ПВП тоже, потому что боятся ехать люди, вот. Так что я, наверное, так и видосик назову про столкновение и про бронирование. Ребят, если я что-то не прав, вы пишите, конечно, вам в каждого свое мнение. Вот, я как бы стараюсь как лучше, как говорится, вот, показать, рассказать, пускай она даже может там на эмоциях, но это все для того, чтобы игроки стали лучше играть, они понимали, что зачем. Увидев это видео, они хотя бы поймут, вот, на прямом примере, который я показал, что какой опыт получил и все остальное, учитывая, что просто с середины боя начал вот так вот снимать. Нажал кнопку, и вы видели, я уже на базе и начал вот, и до сих пор вот так рассказываю вам. То есть, ну, такой момент подловил, и то видите, что, куда и к чему. Все очень просто. Ну, ставьте свои комменты, высказывайте мнение по бронированию, по разгону, что бы вам хотелось, какой бы геймплей вы хотели. Живенький, не живенький, может, чтобы они танки вообще ползали, как черепаха. Ну, как бы вот так вот, пока. Ну, все, ребят, на этом все. С вами был Император Prime. Всем удачи, пока-пока. Надеемся на лучшее.